Всем привет на канале Tasty Food. Я вам сегодня хочу предложить новинку – салат с молодой капустой. Он получается до такой степени вкусный, что этим салатом просто ни с кем не хочется делиться, а съесть все самому. Вот что мне понадобится из продуктов. Конечно же, я буду использовать для этого рецепта молодую капусту. Также мне понадобится болгарский перец, острый перец, морковка, репчатый лук и чеснок. Также к этому салату я буду использовать черный перец, сахар, соль, сок лимона, подсолнечное масло и 9% уксус. Приступаю. Капусту нужно мелко нашинковать. Болгарский перец нужно помыть, очистить от семян и нарезать тонкой соломкой. Сочный репчатый лук нужно нарезать тонкими четверть кольцами. Морковку предлагаю натереть на терке, для морковки по-корейски. Я люблю, когда этот салат получается острым, поэтому я добавлю целый острый перец. Если вы хотите, чтобы он не был таким острым, можно добавить половину. Но добавить его нужно обязательно, потому что вкус салата меняется. Нужно обязательно удалить семена и тонко нарезать. Осталось приготовить заправку, заправить салат и приятного аппетита. Подсолнечное масло, 9% уксус, сахар, соль и черный перец, примерно 1,5 столовые ложки сока лимона, ну и, конечно же, чеснок. Дайте этому салату постоять с заправкой 5 минут и поверьте, целую эту тарелку вы съедите сами. Сочный, вкусный, остренький, идеально подходит к шашлыку и картофельному пюре. Приготовьте, вы не пожалеете, это вкуснятина. Всем, кому понравился этот простой и вкусный салат, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!